И в продолжение темы юбилея столицы. О предстоящем празднике моя коллега Ольга Пырочкина поговорила с главой города Чебоксары Евгением Кадышевым. То, что столица наша отметит 550-летие, вот что это означает для горожан? Это ведь не просто праздничный день, да, с концертом и салютами. Речь шла не только о том, как будем отмечать, но и о том, что 550-летие значит для горожан в долгосрочной перспективе. Какие дороги должны отремонтировать к празднику, какие объекты обещают достроить, как Чебоксары преобразятся. Но парк Амазония, я вам хочу сказать, как житель, который уроженец коренного жителя Чебоксар. Когда мы учились в Чувашском университете, в этот парк Амазонии вводили... У нас там была практика геодезическая, да, конечно. Вводили наши студенческие взвода с военной кафедры для того, чтобы они там прятались на местности. Да, полевые условия были. В этот парк нельзя было, вот так называемый, днем ходить даже с такой вот интеллигентной компанией. Под каждым кустом там были кострища, разбитые бутылки. Что сейчас происходит? Это огромный шаг. Ну, конечно, вперед. Это небо и земля.